Современный спортивный комплекс в станице Анастасиевской готовится к открытию. Строительство объекта вступило в завершающую стадию. Что будет представлять собой новое спортивное сооружение и когда анастасиевские спортсмены отпразднуют новоселье, узнали наши корреспонденты. 2 года упорной и напряженной работы практически позади. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Анастасиевской завершено. Новый объект назван «Олимпом» и будет носить имя Василия Живтяка, активного деятеля культуры и спорта станицы Анастасиевской. Глава района Роман Синеговский в рамках выездной строительной планерки оценил степень готовности объекта к эксплуатации. Коммуникация меня интересует, подключение к свету, подключение к газу, да? Чтобы все системы работали, вентиляция. Общая стоимость объекта составляет 37 миллионов рублей. По проекту в нем запланирован большой зал с 2 раздевалками, тренерская комната, душевые. Также предусмотрена зона для занятий на тренажерах. Сейчас завершаются работы по благоустройству прилегающей территории спорткомплекса. Устанавливается ограждение. Параллельно ведется реконструкция старого здания администрации спортивной школы. Будет отремонтирован фасад, заменена кровля и окна. Все работы должны быть завершены к 1 ноября. К 1 ноября все должно работать, все должно стоять, и мебель, и оборудование, и раздевалки, вплоть до швабры, до уровня, чтобы все было готово. Хорошо? После открытия в спорткомплексе смогут заниматься спортсмены самых разных федераций. Будут проводиться крупные спортивные соревнования. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».